ульты. Что? Даже без апа ульты. Ё-моё. Твою мать! Вот он, чудак. Силовой. Силовой еги. Пашером силовой. Что за типил собирал этот билд? Господи! Да билд, да ведьма нет уже. Темное послание. Все фигня. Фу, 5 ведьмак сейчас. Офигеть. Это то же самое, что ведьмак без щита. Ага. Это просто самый крутой саппорт, ну один из самых крутых саппортов в игре. Ну, скиллов я имею в виду. Его нету. Офигеть. Так где двойные атаки-то? Какая разница? На помощь, серый брат. Волчий гон. Охотимся. Скиллы же не на те кнопки стоят. Стая за мной, блин, нафига ему кража? За мной! Загрызу! Загрызу! Вперед! Первая кровь. Отлично. Загрызем. Ну, загрызем. Волчий гон. Стая, к тебе взываю. Вперед, братья. За мной! Стая, за мной! Стая, говорит, за мной! Порву! Поохотимся! Золотой мастер! Ла-ла-ла-ла-ла. За мной! Вперед, братья! Торжество, зверя! Да. Главное, он уверен, что он прав, понимаешь? Волчий гон! Золотой мастер! Вообще не знаю, кто в здравом уме будет стебать в этой всей игре.
Загрызем! За мной! Рубеж защищен. Двойной удар, Жень. Вперед! На помощь, серый брат! Волчий гон! Золотой мастер! Вперед! Давай руку попробуем. Меня волк ее загрыз. Тут лайн бесхозный. Стоять, за мной! Стоять, к тебе взываю! Блин, как же мне ускоряться-то, а? Золотой мастер. Вперед! Опа, тенька спалилась. Вперед, давай, 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 рев. Нет, все, я тут. Докатился все-таки он до меня шаром своим. А ты че сдох? Я мора убью. Нафига вот вообще ульта тогда? Пришло время новой охоты. Вот главное, ульту он не жесть. Видимо, просто для статов, я так понимаю, да? Золотой мастер. То есть такое однокнопочное животное. Копье. И все. Путь карателя еще есть, ладно. Не, ну кто типа себя ускорит? Охотимся! Загрызу! Стоя! За мной! Вперед, братья! За мной! Вперед, братья! Стоя, за мной! Да, блин, насколько силовой Игорь не такой? У него кража здоровья передается и волчатам. В смысле, украденное здоровье. Наверное, они сами тырят. Так, мне нужно тапки выучить. Вот что мне не хватает. Там тоже СВГшка, щит кричит, но знакомый уже с тобой. Уже отвык. Хорошо. Золотой мастер. Охотимся! Мойра просто не ожидала.
Попробую чуваку что ли закидать. Волчий гон! Он гад попал. Да твою мать, меня Кен заблокировал. Вот блин, а. Щит нужен. А, ты же стух. Да-да, я уже стух. Все, клин, что Кен смотрю на Кента, я спрашиваю. Я снова на тропе войны. Стая, к тебе взываю. Не получилось убить. Волчий очка. Сейчас был бы ускор, нафиг нагнули бы реально. Потому что и я бы его ускорил. Щит есть, если что. Стоя, за мной! Поохотимся! Увидим, какая исток ус сет стоит. Вперед! Он тут варды есть. Прошлый раз тень видео, она не понимает. Встал под башней. Да можно под вышку, у меня вот та есть. Да я только ушел. Да. Туда-сюда только бегаю. Так а зачем ты уходил-то? Да я все равно сейчас не помог. Я вообще с ведьмаком можно подумать. За мной! Я просто, понимаешь, с самого начала игры меня как толбухом ударил топора. И я теперь вообще не понимаю, нафига такой егерь нужен. Я вот в шоке смотрю на него, продолжаю изучать билд и не понимаю. Смотрю и не понимаю. Загрызем! Загрызу! За мной! Смотрю и не понимаю. Поохотимся. Ну, там какое-то веселье на меня. Блин, кентай здесь не идем. Волчий гон! Мэри притыпыхалась в четверых. Ну, я видел. Тот момент. За мной! Волчий гон! Просто такой сожрали ХК. Вперёд!
мной! Порву! Поохотимся! За мной! Вперед, братья! Волчий гон! Хендрик тонул, перевел! Ой, жесть! Что за божественная игра? Почему я стреляю в горку? Видимо, его надо забрать. Наш Кентультанур, наша вышка. Это просто было эпично, реально. На помощь, серый брат! Ну чё, все стояли? Ужас. Реально было эпично. За мной! Сейчас я буду читать, что в чате напишут по этому поводу. Ой, что-то их тут много, слушай. О, совсем много. Пафыки. О, теперь можно много. Охотимся! Блин, замедлил, как опрази. Сейчас бы ускорение дать. Ай, там щит дал, блин. Кому-то дал щит? Я знал, что этим все кончится. Вперед, братья! Загружу! За мной! Ушел, ушел. Пойду на низ. Охотимся! Волчий гон! Ну вот, видишь, теперь у них раканы есть. За мной! У меня 7 птиц просто, а не слышишь? 7 птиц. УЧГ. Ой-ой-ой, убивают. Не хватит. Он там прокатился по полной программе. Мастерский контроль. Что-то непонятно, кстати, как он просек это дело. Что я там. Лечись. Только не сейчас. Звук такой. Все-таки если сбить свиток ТП, то он пропадает. Именно сбить, не отменить. А сбить. Поохотимся. Ну что же это за лайновый егерь такой, которого на 19 уровне как-то не бери, блин, хп 2000. Как можно лайнить им против доктрины той же? Я вообще не понимаю. Ты понимаешь? Что-то не хотят. Я думаю, лайнить только опыта, конечно, не хватает. Мастер Ульф. Блин.
Это такие фейлы, такой фан. Узы молчания, блин. Сет уз я вообще не принимаю. Только Наги пойдет, реально. Потому что здесь и проворство, и воля есть на нем. Кому еще это надо? Ну, я так понял, ведьмак сет уз, ну, кидает, потом начинает крутить. Неж, фу, сет уз.